Добрый день, дорогие зрители. Почему говорю зрители? Потому что в итоге все равно мы смотрим кино и являемся зрителями. Хорошо, если это, конечно, достойное кино, которое нам нравится и которое нас трогает, и которое нас меняет, которое заставляет нас задуматься, остановиться на секунду, стать лучше, чем мы есть. Я здесь сегодня, потому что абсолютно уверен, что я могу помочь талантливому человеку. Я уверен, что и помогу, абсолютно. Поэтому здесь и хочу говорить о новом проекте, о новом кино, о дебютном кино талантливого человека Натальи Назаровой. Она запускается с новой картиной, дебютной, полный метр, под названием «Светлячок». И мы все можем ей помочь в этом. Я все это говорю о Наташеньке, потому что я читал ее сценарии. Я ее знаю, я смотрел ее совместную дебютную работу, она не одна снимала эту картину, но сценарий ее – это фильм «Дочь», о которой я говорил. Посмотрите картину, и вы не останетесь равнодушным, и у вас появится желание быть причастным к этой истории и знать, что вы являетесь человеком, который помог родиться хорошему, талантливому кино, которого сейчас очень и очень мало. Я часто бываю на пробах, на кинопробах, на встречах с людьми, которые делают кино. И как человек, окончивший театральное, Днепропетровское театральное училище, Институт кинематографии имени Герасимова, я встречаюсь с таким количеством непрофессиональных людей, не понимаю, как они попали в кино, и кто им позволяет снимать, и какое они имеют право вообще этим заниматься. Но меня удивляет, как они умеют доставать деньги, вы понимаете? То есть это такой для меня парадокс. А талантливый человек со сложным характером, если художник настоящий, у него не может быть легкого характера. А талантливый художник, он в стороне. Ну, к сожалению, такие времена. Но мы можем изменить эту ситуацию. Я абсолютно уверен, что я это могу изменить. И вы это можете изменить. Давайте поможем Наталье снять талантливое кино. И мы будем гордиться, что мы были причастны к этой истории, и мы помогли родиться этому фильму. Я желаю удачи команде всей. Я желаю удачи на съемках. Я желаю, чтобы все, что задумала Наталья, у нее случилось в кадре. Деньги найдутся, я уверен абсолютно. Но чтобы все произошло и на съемочной площадке, и во время подготовки, и во время монтажа, тонировки. Ну, мы ждем наше кино.